Авария на трассе Карабудахкент-Сергакала унесла жизни 5 человек. Среди них и 2 детей. Произошло ДТП близ села Гурбуки вечером 12 августа. Грузовик КамАЗ столкнулся с «Жигули» 4-й модели. Все погибшие – жители Губдена. По информации МЧС, на месте происшествия работали 20 спасателей и 8 единиц техники. Возгорание удалось избежать, не нарушилось и движение на дороге. Обстоятельства происшествия выясняются.